Стоишь, чтобы эти лужи так не ставились, как у вас тут. Так, пьете там банки все, мажьтесь, рыбу ешьте. И что мне, в холле поедет? Как там, кто из вас в чем будет, Килая? Холлик, ДЦ, кто из вас как? Ну, я пока в холлике. Давай так, я пока в ДЦ. Так, проверка завершена, это все тут получается. Ну, это, как вчера, все, вон звездочка, метки вниз, вы знаете, на взлетке ставить. Мордонец танчит. Не умирать от притяжки, не умирать от бомб. На взлетке 4 бомбы падает. Еще раз проверка и будем запускать. Все, пошли, запускаем. Упротил, упротил, блядь. Волю. Унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Поближе стоим, скоро притяжка будет. Готовимся отбегать. Меточки. Смотрим. Смотрите, где падает я в метке. В центре падает. Там же. Да какого хера достал? Слева далеко. Справа далеко. Кто раньше разбил, блядь? Ложитесь. Синдру в рейд. Вставайте под лицо босса. Падаем. Побежали. Еще кто-нибудь упадет на взлет, и начнем начислять дефа. Надоели. Уже как бы можно. Я предупреждаю, то некоторым нужны китайские предупреждения. Киртал, Тянка. Ну там метку разбили остальные. Киртал, Тянка, какие у вас проблемы? Лагает у вас. Что у вас такое? Немного там наискосок, может быть, жопка снаружи. Вот так и зацепили. Ну, я тоже зацепил на 20к, но не погиб. Ну, мне камера. Там вот эти 20к, вот этого параша не считается. В Гере там будет 1 000 000 урона. Там никакая жопка ваш не спасет. Ни щиток, ДЦ, ни тучка, ничего не спасет. Я свой косяк признаю. Что так мне камера что... мешала не выйти. Самый делайте, вставайте так, ну, если у вас что-то с камерой, с ВПС, да еще они... с чем-то, смотрите, как ходят люди. Возьмите какого-то игрока, который не умирает никогда, вот Вадикона, например, или кого там еще. Кто всегда забегает. И бегайте с ним вместе. Если он упадет, ну, значит, вы все упадете. Будет заебись, еще раз побежим. Бафаться. Потом будут бегать за одной глыбы там, где Вадикон.
Ну делайте что-то, этого не должно быть. В гере это ваншот. Запускаем. Ну да. Плохо встал. Убил. Бегал, бегал, метался. Ну что глыба не разбита, это хуёво. Булкин рез и грили-то. Попробуем еще разок. Тяжко готовимся. Сейчас после дыхания будет. Закиньте ему инера. Никто не уцелеет. Метки вниз. Справа близко. Слева близко. Пока не вижу где. Слева далеко. Справа близко. После дыхания тяжко готовимся. Беги, малышка, беги! Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Быстро двигался по водикону СС. Притон по холипалу. Пока что. Смотрим метки. У притона нет СС АКД. Выйди из района квадрат. 5.40 еще.
За шиворот слева падает. Блин, слева, справа. В центре падает. Слева близко падает. Микиса, вставалку юзай. Киса. Шам, встать можешь? Давайте, скоро фаза. Грилит по мордонцу СС. Да имя имен по протовану. Первую звезду сразу разбиваем. Вторую все туда забрал. Же. Главное не подходите туда, вот ханта захиливаем. Пока не бьем, смотрим. Если надо, будет вторую поставим туда. Ждем притяжку. Иду менять. Угу. Сейчас на третьей, наверное, будет. Вот ставь туда. Отходи, хант, все отходите. Сейчас должна быть притяжка. После притяжки его разобьем. И следующую глыбу туда же. Глыбу зергайте. Зергайте глыбу. Милики ушли оттуда. Две глыбы эти зергаем. Повтори. Две глыбы зергаем. Быстрее глыбы зергайте. Забрал. Метку вперед. Метка в рейде стоит. Метка в рейде. Отойдите от звезды. Сразу разбиваем. Следующую туда же. Не забрал. Сельдь. Сразу разбивайте. Иду менять. Протопал, захиливай лучше танков двоих. Забрал. Так, на ком там метка? На нем тоже освобожден. Хурюк вперед, хурюк звезду. Не бить метку, будет притяжка. Хорошо. Сразу разбить следующую звезду и тоже сразу разбить. Забрал. Так, хурюк остался, остальные ушли. Синтек, помогай там, я это смотрю на рейд. Подхиливай, короче, танков, смотри за танком. На меня третья освобожденка подряд танков стараюсь держать. Ничего страшного. Синтек их улипал. Рарник. Забрал. Сразу разбиваем. Еще одну притяжку ждем. И после притяжки уже в сторону понесем. Сейчас еще одну в звезду. В звезду и разбиваем. Разбиваем. Четвертая освобожденка подряд. Притяг. Разбиваем. Следующую звезду. На следующей будет притяжка. Это последняя сейчас звезду будет. Забрал. Давай, рарник. Отошли от звезды, все отходите. Сейчас будет притяжка. Вот, после притяжки разбиваем. И я дам геру. В принципе, уже даю геру. Все остальные в сторону выносим. В сторону грилит. Дайте мне его направо. А, это надо, не надо. Так, давайте незыбку на рейд или какую-то хуйню дай. Незыбку дал. Давай. Хулипал массакру, ага. Все, хуярим. Иду менять. Все, киртал в сторону. И сельдь гимн на хп завершающий. Забрал.
Вот это молодцы. Ну, лук 10 раз опять упал. Снова. Смотрите, когда подряд вот эта вот херня падает в левую руку, по-моему. Пошли на лича. Урон, урон другое, кольцо вроде падало. Урон по глыбам можете показать? Поскольку не было? Пошли. Да мне 6 освободенных подряд упало. С это, Валик, не сагритесь, чтобы бой на инс не повешался. Пробегайте быстрее. Если кто-то лагает, там лучше не бегите на мост, чтобы Валик не сагрит. То время потеряем. Сейчас мне похоже ФПС проседает. Чё проседает? ФПС походу проседает. Я прям по 3-4 секунды отклика. Да, ФПС вообще жесткий. Короче, на лечении небольшие изменения есть. Теперь надо играть более ответственно. Но в целом ничего не изменилось. Также по команде сбегаетесь за спину лича, и также по команде разбегаетесь на круг кольца вот этого железного, который нарисован на полу. Все то же самое. Единственное, что вальки летают быстрее. То есть несут человека к обрыву намного быстрее. Вот, чтобы этого избежать, нужно разливать каток, хант, ставить ловушку. Нужно замедляющие способности использовать. Вар, допустим, этот, подрезать сухожилия, присты, это, ну, маговский конус холода. Ну, любая параша, которая замедляет. Маковые кидайте, все кидайте на валик. И по валикам, ну, будем давать станы. Допустим, протовар, ударная волна. И потом любую на свой выбор, которая ближе к краю, станешь точечным станом. Или можешь, ну да, лучше с ударной волны начинаем. Гнев небес не сдаете, гнев небес даете последний, когда уже сдал вар волну и стан. Ну, холипал тоже стань, и буреба, и рарник тоже станьте на свое усмотрение. Ну, надеюсь, в одну не будете станете. Допустим, рарник ближнюю к краю станешь, холипал ближнюю к центру станешь, а буреба и там... Ну, не застанешь, но застанешь, которая будет лететь. Вот, ну, все то же самое. Валик разбиваем приоритетом, потому что они сейчас летят быстрее. И в вальках могут быть хилы, так что имейте в виду. Ну, и, конечно, на траектории движения валькиры не стоять, не разливать осквернение. Так. Танки у нас. Ставить вам метки или нет, я думаю, вы все и так знаете, да? Я не буду это ставить. Центральную оставил для позиционирования этого лича. Запускаю босса. Чему кто подиспелит? Ну, давай я подиспелю. Давайте немножко сюда в звезду отойдите, РДД. Здесь РДД стоят. Здесь протовар, на вот так треугольничком, а здесь вот милики. Так, ну я буду лицом на протовара танчить сразу. А, как хочешь. Главное, милики имейте в виду, что вот если он лицом, то вам из-за спины дальше бежать будет к этому, к вару выносить чуму. Через босса сразу. Сейчас еще подойдет. Чего он устраивает? Так, готовимся. Чума скоро, смотрим. После заражения будет. Так, быстро двигался, выноси. Че, ее так мгновенно сдиспалили себе, когда ты телепортировался? Кто это сдиспалил, интересно? Холипал. Холипал, ты ее сдиспалил в рейде. Прием. Как дела у тебя, Холипал? Не трогай диспел. Так, рарник выноси. Блять! Притон.
почему вы делаете то, что вас не просят? Не диспелить сам себя. Ну, ты... Она пошла в рейд. Сейчас на мобах нету чумы. А нет, есть там какая-то. Есть, да, чума, но... В РДД-зоне там мобы. В рейде, по-моему, тоже есть. Я не могу понять, на каком мобе чума. Сейчас чума, секунду, смотрим. На ком-то будет. Так, гриль, уноси. Все там, не накапливай мобов. То... А не, у меня все 4, стакаться будет конденсатор до второго пришествия. На край пошли. Хант и сельдь по шарам играйте. Шар в рейд летит фуловый, фул хп, все РДД, блять. Вчера в вечерней гильдии, или позавчера, улетел рейд, блять, весь. Стыд позвать, блять. 260-е челики. Здесь пальцы чума? С лара, а. Угу. Здесь конденсат пропадет с луча. Шарик убиваем, он нас дамажит лучше тут. Кто с лучом, отходите от большого количества людей, чтобы дамаг по нам меньше шел. Заебываемся прохиливать. В Гере будут шотаться люди. Не знаю, с саппортом его нет. Перед ебалом духа не бежать. Диспельте. Блять, хулипал, что с тобой? Булкин, ресы. Готовимся валик бить. Сразу волна ударная, когда три появится. Ну, они все с разных сторон, блядь. Ну так, блядь, стан вот этой в ромбике. Все РДД в ромбик, милики в двоих. Быстрее играем. Заражение сейчас захиливаем. Все РДД в ромбик, милики две вальки. Осквернение прямо в рейде стоите с осквернением. Выбегайте, служи. Нет, это вальк. Да. Вам не скажешь осквернение, вы стоите. Не вставай, ты сейчас резко. Киртал, он сейчас в вальке сдохнет. Чё, они в разные стороны полетели, потому что кто-то перед ебалом босса стоял, или как? Да. Сейчас, блядь, объяснять будем. Неправда, она меня вытянула из-за спины. Сейчас я вам буду объяснять. Вот видите, в центре комнаты круг, 3D-метка стоит. Вот это центр круга, центр комнаты. Если лича поставить относительно центра вот здесь, точнее не лича, если вам стоять вот здесь, вот где я стою, на мне звездочка, то вопрос на миллион долларов. Куда я полечу, в какую сторону, блядь? Правильно, блядь, в сторону портала, блядь. Не, смотри, лич вот тут стоял. Неважно, я где... Я за спиной лича, она меня потянула через лича. Помолчите, да. Закройте рот. Во-первых, я вам объясняю, как будет и где вас схватят вальки, и куда вы полетите. Где стоит лич, где что там стоит, это вообще никого не ебет. Я вам объясняю, как работает, как хватает и куда вас понесет. Если вы встанете вот здесь, где звезда стоит, вас понесет ровно вот сюда. На ближайшую траекторию к краю вас понесет. Дальше объясняю. Если вы встанете вот здесь, похуй, где стоит лич. Хоть он, блядь, на троне будет, хоть на портале будет стоять. Это вообще никого не ебет. Вас валька схватит здесь и понесет вот сюда, блядь. Вот эту хуйню все усвоили? Чтобы управлять тем, куда вы полетите в вальке, нужно стоять в ту сторону, относительно которой, относительно звездочки, короткая траектория, самый кратчайший путь к краю. Вот если наш рейд позиционируется здесь, вот на вас шип вот этот показывает, да? Вы хотите туда лететь, а не туда, блядь, как челик полетел. Вот ты стоял либо здесь тебя схватило и понесло туда, блядь. Я отвечаю, я стоял в общей куче, я прям видел экран, у меня поехал через всего лича, через всю звезду и повез туда. Она не ко мне подлетела, а я короче, к ней полетел. Короче, хорошо, я потом по видео это проверю, блядь. Проверь, пожалуйста. Все, ешьте рыбу. И у вас что, у 20 человек ДБМа нету? Как вы играете, блядь?
Ну хорошо, блять, я сейчас постараюсь не забыть сказать вам про осквернение, а вы хуй забили просто на осквернение. ДБМ, зачем вам аддон, если вы в него не смотрите, блять? Да там не смотреть, там даже отчеты говорят. Голосовой. Отчеты? Может, ну, может люди выключают звук. Он столько всего считает. Может быть и звуки выключат. Не смотрите на. Смотрите на полоски. После первых валик осквернения сразу разбегаетесь. Там у вас есть две. Вальки схватили, через 8 секунд осквернения, все. Вторые вальки одновременно с осквернением. И ВБ тут. Запускаю. С чумой. Забираешь правило двух мобов. Вурдалак шаркающий. Все, лишнюю парашу не забирай. Только если там чума на них не будет. Холли пал, не диспель, не тыкай. Это, я с диспелью. Ансика, болезни, не диспели что? Там всё. Кто-то с вас... Там кто-то с вас... Вот, Холли пал, ты первую чуму с диспелил, она прямо в рейд. Ну, типа, люди в рейде были, они выбежать не успели. Вы отойдите оттуда, чего там стоите, вот синтек, что ты здесь? Да он не тупой в дупле. Ну, сразу отойдите. У кого там, блядь, активация голосом включена, блядь? Сейчас после заражения будет чума. Готовимся. Вот смотрим. Синтек. Синтек. Обратно. Чума 5 секунд, готовимся. Сельдь. Угу, обратно. Еще третья чума будет. 5 секунд, готовимся. Смотрим, на ком чума. Так, полипал. Обратно. Все, готовимся на край сейчас бежать. Эту парашу мелкую просто уешим, не таунтить ее. Все, встаем. Фулл АОЕ дали, пока духа нет. Все, когда... перестаралась. Давайте. Это бьем гневного. Это уешим. Когда на платформу зайдем, этот. Булкин реснешь. Так я уже ресал КД. А когда? Диспелил, а, что? Точно вижу. Че, диспелил? Тогда этот водикон реснишь, сядь. Шарики. Помогаем ханту. Тычку дать несложно, моментальную какой-нибудь. Шарик разбиваем сейчас. Зима закончится, еще один шарик, он вдалеке летит. Но на платформу пойдем, все шарик разбить. Шарик, шарик, шарик. Все. Встаем. Блять, зачем ты встаешь? Ну, и, ну пиздец. Ладно, хуй с ним, лежи. Вот от леча вас несет, смотри куда.
Вот обратите внимание, станы, замедление по валькам. Одного в центр притянуло. Вправо, влево из подвалек бежим. Ты слышишь, что говорю? Да, я вижу. РДД, треугольник, идите бейте. Все, сейчас по полукругу встаем, вот от портала. Что вы по луже бе... Вы что, долбоебы? Я хуею просто, блядь. Вы что, совсем, ну, ебануть, ну, блядь. Я хуй знает. Давай попробуем развернуть его тогда. Первую лужу в противоположную сторону. Ой, в смысле, Лича повернем в противоположную сторону. Так, а меня хоть кто попустит? Сейчас посмотрим, кто в треугольнике был. Треугольники кто у нас был? Блять, ДБМ, ебаный. Я в треугольнике. Кто? ИВБ? ИВБ. Ты где стоял? За спиной. За спиной Лича, и тебя туда понесло, да? Он портануло. Да. Со мной никого не было. Ясно, нахуй, все понятно. Я вам тоже самое рассказывал на про футбол. Тоже смотрел, пока ясно. Били, я молчал, чтобы не говорить, что... Ничего страшного. Понятно. Короче, админы ебаные нам сюрприз сделали. Ну, смотрите, если такая хуйня будет, ну, так же стоим, в одну сторону стараемся лететь. Стойте, Валька, пропустите. Если так же летит в другую сторону, то РДД идут ту Вальку бить, которая одна, а милики те, которые две. Смотрите, Валька сейчас возвращаться будет. Не сагрите. А милики те, которые две, и Лича с ними ведешь. Пробегаем быстрее сейчас. Если не успеваете, останьтесь там. И с умонем, если что. Прыгнулся. Она быстро летит сейчас. Не, теперь не работает. Раньше, если стоишь, то она мимо пролетает. Блять, надо убрать этот ассистов у вас, чтобы не спамила эта хуйня, блядь. Да-да, забирай. Отойду. Крест какие-то, блядь, луна. Чё он, блядь, не пишет, кого он схватил? Метки ставят, не пишет нихуя, ну ладно. Кто по луже бегает? Нахуя вы по луже бегаете? Она растет, если что, если в ней стоять. Мордонис, ты где там добежал или сумнуть? Мордонис. Да, прыгать или бегать, если хоть кто-то один в луже находится, там расширяется. Ебаните шкаф, сумон по нему кинем. Я тут. Тикну сумон. Людям лень по кругу идти. Даже чардж есть. Короче, смотрите, блять, вот осквернение — это то, на что вы должны обращать внимание. Вальки и осквернение — тут две хуйни, блять. Заражение хилы за хилю, танки с лечом, блять, водят. Все 25 человек должны помнить о вальках, о том, где они стоят в момент, когда вальки хватают, и когда будет осквернение. Короче, сейчас я на все хуй забиваю, просто смотрю на осквернение, потому что от этого будете вайпаться по КД, нахуй. Хоть вам тысячу раз расскажи, хоть объясни, надо вам говорить заранее. Разбежались, сбежались, сами вы хуй разбежитесь. ИВБ тут? Запускаю. И по луже по этой не бегать, если кому-то непонятно до сих пор. Включите, блядь, быстрее вот интерфейс. Что там, блядь? Общение, блядь, нажимайте. И сообщение в облачках, должна галочка стоять, блядь. Если галочка у вас не стоит, это пиздец. Должна вот такая хуйня у вас быть, блядь. Сейчас вот покажу, блядь. Черное облачко должно быть. Вот я пишу, видно, блядь, всем. Вот эту хуйню человек пишет, осквернение на мне.
И когда он это пишет, надо от него съебаться, получается. Вот, да, вот такие, блядь, облачка черненькие. В них белый такой текст, блядь. Вот эту хуйню должны все видеть. И реагировать. Чаржиться, телепортироваться там. Можно в Даларан даже, блядь. Короче, блядь, ну... Посерьезнее с этой хуйней. Да, вот так вот. Только не спамьте эту хуйню, потому что она это может запутать людей. И сеть, как ты там сдохла-то? Она в центре осталась. Возможно, зависла. Не, ОЕшка сильно, по-моему, ударила. После заражения чума смотрим. Смотрим на ком. Так, Лёки. Лёки? Хант. Ага, обратно. Так, заражение. Чума 7 секунд. Готовимся. Так, синтек. Чума 3 секунды, готовимся. Скоро будет. Так, после заражения. Так, притон. И обратно. А мне тут перец. Перец только с перцем прибежал. Так, заходим на край. Сельте на край, сельте на край, сельте на край. Дневный дух. Это, растянитесь, не стойте в куче в одной пятикопеечной. Растяни, отведи гневного духа, чтобы рейд растянулся, они сами хуй когда растянутся. Вот, да, вот так. О, хорошо, отлично. Меньше дамага будем получать. Диспалите чему? Диспалил. Захилим, 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 захилим. Там можете и нора отдать Вадикон с Булкиным на свое усмотрение. Сферу разбейте все. Вот заражение сейчас захиливаем. Вот Лич призывает Валик. Встаньте. Встанут или нет? Вставайте. Сейчас смотрим. Вот три хватает. Фулл ДПС по ним, фулл замедление. Сейчас нормально. Из-под валик ушли сейчас. Осквернение 3 секунды, блядь. Или 5, сколько там, нахуй. Давайте, заражение yeah. Захилю. Из-под валик ушли уже, милики. Вот осквернение, отошли от него. Унесли. Унесли? А как, ну, вы их не... Ну, блядь, я буду смотреть, кто их не бьет, нахуй. Ну, кто-то не бьет, значит, нахуй. Как это объяснить? Ну, или замедление не кинули. Замедление, станы, блядь, все должно быть. Сейчас на полукруге стоим. Это, валик на железном кольце пускай хватает. Станы ему раздаем, фулл ДПС. Осквернение 4 секунды. Осквернение. Все, теперь по валькам. Весь рейд только по валькам играет. Минус один будет сейчас. Похую, короче, хуярьте. Теперь это, Лича пока в центр не заводи. Сначала будет осквернение, Вальку добиваем. Сначала будет осквернение, короче, играем. Сначала осквернение. Осквернение в центр не налить, в центр все уйдите. Осквернение разольем, вернемся к звезде.
Зубы дайте по мордонцу. Держи. Заражение захиливаем. Осквернение, все, пошли. Заражение захиливаем. В звезду встаем. Не в звезду, кличу за спину. Ну, в шамана, в войда встаем. Все, теперь три вальки ровно. Фулл ДПС. Готовим стан, ударная волна. И башим. И вышли сразу из-под них. Ну, мильки пока бьем. Заражение захиливаем. Валик фулл ДПС. Фулл АОЕ прям даем, блять, пиздец. Все прожимки отдаем на эту хуйню. Валик, валик бьем. Вот ДПС у вас есть, нормально все. Осквернение, вышли. Вышли с центра, вышли от плеча, отошли. Вот осквернение. Теперь возвращаемся. Где на ком было? Вот возвращаемся сюда. В звезду встаем в шамана. Это хулипал, хорошенько хинь, ДК. Все, хуярим. Так, ставлю тотем на ману. Сельдгем на ману читаем. Возражение захиливаем. ДПСим, ДПСим. Вальки хватают и сразу из-под них уходим. Станы по ним ударную волну даешь. Осквернение 2 секунды. Разошлись. Осквернение секунда. И фулл ДПС после осквернения по валькам. Вот осквернение, смотрим ком. Перед вальками, перед лицом валик не налить осквернение, блять. Я смотрю, там пол рейда, сука, стоит. Все, фулл ДПС по валькам, будем переводить лича после этого. Быстрее, валик, троих разбили. А уешьте эту хуйню быстрее. И потом будем переводить. Там будет вальки одновременно с осквернением. Добивайте, добивайте, ну сука, треугольник. Вот, заражение захиливаем. Полечу больше ДПС, 4%, блять, хуярим. Не, осквернение. Осквернение. Немножко на РНЖ стоим на полукруге здесь. 3 секунды до осквернения. 2%. Так, массивы готовим. Полечу фулл ДПС. Валим, валькам только стан и замедление. 0.5%. Краю, краю. Застаньте треугольник, кто-то масс-стан какой-то дайте. Масс-сейв. На край зайдешь. Блять, быстрее готовимся, на край заходим. Гим сдам? Гим, конечно, 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 тяжело сейчас, пока я забегут все. Все хорошо, более-менее. Все, на последней фазе только захилить жатву надо. Духа хуярим, фулл ДПС. Ты следующего забираешь. Сферкой сейчас, помогайте сферке, сейчас сферок в два раза больше. Хант, сельдь и кто-то еще играйте. Кто-то играйте, хуй знает, Локи играйте, Петов там, не знаю, что-то моментально кидайте, чтобы они так близко не подлетали к вам. Все, заебись. По духу хорошенько играем, не срываем агро. Лича здесь ждешь, к нему не бежишь, чтобы духи на краю были. Ну ты знаешь. Так, ну и сейчас подумаем, что порез, что там тянка, буребай. С этого разбить шарик, шарик. Еще шарик, еще шарик. И хилы сейчас 5 хилов внимания. Кого-то будет хватать в комнату. Готовимся захиливать его. Лича ждем. Смотрим. ИВБ. Захил, захил. Значит, оковами света собьешь каз духу. Духа хиль зеленого, красного бей. Главное зеленого хиль, что это по краям бежим, 5 секунд осквернения по краям. Возле лича не разлить. Смотрим, на танке тоже может быть. Бежим на ту сторону, за личом уже РДД, хил все уже тут должны быть. Все, на ханте, хант, бежим дальше. Бежим дальше. Сюда. Просчитайте меня, пожалуйста. Так, холипал, блять, про товар. Полипал, спам, свет небес, когда духи спускаются. Свет небес. Частица на одном и другого хилишь. Не проебите. И тоже все 5 хилов смотрите на эту хуйню. Все, духи хлопнутые. На другую сторону уже двигаемся. Уже убегаем. Осквернение через пару секунд. Осквернение. 2 секунды. Смотрим. Смотрим, на ком осквернение. И потом ключу сбегаемся. Все, ключу сбегаемся. Ключу сбегаемся, встаем. Поворачивай лича. Вот. Отлишиваю, нажму, подшиваю. Отлично. Поймаю, все, хлопает. Двух танков только сейчас хилим. Заражения на этой фазе нету. Все, и эту хуйню повторяем. Жатва, душ, секунда. Сейчас кого-то будет забирать в комнату. Готовимся. Захил. Захил, 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 блядь. Не зыбку прожимай. Я прожал уже. И зубы по нему давай сразу. ХД. Что-то давай, и ВБ. Дух по нему, да, и осквернения разбежались. Не веди лича, верни лича, духов нету. Верни на край лича. Осквернения отошли. Блять. Духов нету, видишь же.
Все, уходим отсюда на тот край. Жнец душ, мордонца захиливаем сейчас. Готовимся в армию. Сейчас дадите какой-нибудь сейф. Если есть зубы или это, или массакру, дашь, короче, про товар. По протовару, сейчас он духов будет хлопать. Их спамим свет, это покрытие, свет небес, юхнет. Вара-вара. Бля, чуть не упал. Ой, хули упал. Осквернение скоро. Осквернение. Сейчас после коста будет, наверное. Нет, вот сейчас скинулся. На ВБ, выбегаем оттуда. Последний раз перебегаем и там добьем. Жатву хилить надо будет. Да, 3 секунды жатвы. Еще вайпнуться можно, кстати. Так, 2%. Захиливаем вара. Ну, бейте. Как бы добили. Осквернение. Добивайте, похуй. Ну, повеселее стало на лечении, то, что раньше вальки летели со скоростью старой бабки, блядь. Они ускоряются, знаешь, за чего? Они не ускоряются, они так летят изначально. Нет, они чуть помедленнее. А когда диминишинг, они еще ускоряются в два раза быстрее. Короче, летят. Ну, не рассказывай. Они когда спускаются... Настоящая скорость. Ой, бля. Постоянно замедляются. Не надо, ну... Это то, что где-то кинул. Там... Да нет, я стан кинул, она не застанилась и улетела, вот этот, кого первого унесла. Я стан кинул, вот стан не прошел, она улетела быстро. Еще быстрее. Ну, полетела. Я не знаю, либо у тебя промах был, либо, блядь, это диминишинг уже был, либо уже 3 стана по ней дали, поэтому то есть стан невосприимчивость была. Так он и говорит, то, что после диминишинга. Ну, это понятно. Я не знаю, ускоряются, нет. Они не ускоряются после диминишинга, это их нормальная скорость сейчас. Все, что может быть непонятного, не знаю, не выдумывайте никакую хуйню. Не знаю, на что-то вообще быстро полетело. Они... Либо нельзя было заметить. Они сейчас летают так. Они не полетели, они будут летать так сейчас. Так сделали, так поменяли. Для того, чтобы в Геру пришли люди и играли там. Так как они летали раньше медленно, блядь. Это было половина скорости бега игрока, блядь. Я просто говорю про эти, про стан. Если ты дал стан там, чтобы другой там одновременно вдвоем, троем в одну и ту же не давали. Ну да, есть если такое... Есть такое. Если так дадите, она ее не замедлишь, она все улетит быстро. Ну ясен пень, блядь, конечно. Все, сейчас готовимся к РС-ку или к РС-ке полетим. Два Метриоса, нахуй, лут Каноба, нахуй. ГЦ, блядь, ебаный в рот, нахуй. Хороший лут, да. Был у нас такой один. Давай с лича, короче, печеньки начну, две штуки. Метриоса я не знаю, нахуй, это, ну, пиздец, кринж, нахуй. Ну, это, наверное, намек сервера, чтоб я просто ДК собирал танка. А что ДК не нужна, это танковская похожа. Навара надо кому-то? Короче, нет, заберу на шамана, блядь. И два Метриоса, просто, блядь, победителям, блядь. Сейчас три чешки выпадет, блядь, РДДшные, в РСке, блядь. Давай хиловские. Хиловские, хоть три хиловские, блядь. Так, Буребай. Не успек есть, вроде как, я помню. Еще кому надо там на спек? И хпал. Инсик она упросил. Угу. А, и Свято спрашивает. Это, ну хпал, дай Святосу лучше. Я не знаю, как у тебя там какой спек. Ну, смотрите, у кого как спек собран. Типа, я не знаю, как, ну, не видел, играете вы им или нет. Это, напиши Холи Палу, короче, все, летим. Можете покурить 5 минут, там, не знаю. А, подождите, блять, у меня еще токены. Сейчас. Так, это тваровский синдры. И жрец лоб, короче, вот такой синдры, блять. Надо кому-то. И вот эти часы, конечно, оффхенд. Дух. Ну это что там, на хаприста или на эрдру? Так, что мне по роллу отдать, Холи Палу или как там? Или по ИП смотреть. Блин. Я вижу два Холи Пала. Походу. А Инсика сказал, на токен бросал. Они на этот, на токен бросали. Токены по ролу. Так, ну давай, значит, Инсика обмен. И этот, и часы кому там по итогу. Часы
часы, часы, часы. У меня такие уже есть. Ты имя имен ты на часы кидал на этот, на эту хуйню? Нет, на печеньку. На печеньку. Ну смотри, там я инсики отдал, там еще с ним допиздитесь. Почему у меня половина роллов не отображается? Хуй знает, не знаю. Может у тебя кто-то в ЧСе? Часы кому надо там на хп приставить? Мне ЧС сбросился после этого рераса. Тянка, давай, может быть на синдре перестанешь умирать, где-то там. Часы принесут тебе удачу. Я стояла в этом, фу, блин, прям в воде, блядь. Вадикон, вот, я в нем стояла, почему я сдохла? Не надо. А ты не сдох, я сдохла.